И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Warface. Прошлая серия была настолько дебильна, что это просто кошмар. Я сейчас пересмотрел, я просто называл серию, я сейчас ее пересмотрел. Кошмар, господи, как это было просто позор. Это был просто реально позор. Кстати, с последнего раза мне что получается, выдали на халяву, на 3 дня, ботинки элиты. Это вообще... кайфовые ботинки, если уж на то пошло. Это здорово. Вот, ну и вроде все остальное без изменений. Да, вроде все без изменений. Вот. Ну, ботинки кайфовые. Ботинки кайфовые, конечно, это да. Хочу попробовать на штурме побегать. Если честно, уже давно на штурме не бегал. Почему бы и не побегать? Командный бой я уже проходил. Давайте штурм Черный Мамба. Черная мамба, погнали. Я на ней как таковую играл один раз, я уже рассказывал, как оно, это мое первое впечатление было. Карта прикольная, но это просто кошмар до невозможности, до невозможности невозможно что-либо там сделать, по крайней мере мне. Вот такие вот дела. Так, вот это надо сделать. Изучить надо. Я, кстати, сейчас изучаю все вот эти комплектующие и так далее. И я очень рассчитываю на то, что все будет очень даже здорово. Сначала изучу их, а потом уже будет видно, что я буду изучать дальше. Вот, возможно, я буду изучать дальше именно броньки и так далее. Не знаю. Пока что еще не знаю, что я буду делать. Так. Ой, тут вовсю уже воюет. Ёпрсоте, мне за одну команду закинуло. Прикольно. Ну, ладно. Вау, ну да, конечно. Ты у нас можешь, короче, лечь встать, лечь встать. И типа такой прям весь это бодренький. Попадаешься, дела. Ты, конечно, у нас молодец. Не поспоришь. Алло. Ой, ёпта! Надо было чуть-чуть попозже кинуть. Это как так? Господи, ты откуда вылез, козел? А, вот откуда. Ёпта, уж налево, я туда не хочу идти. Ай, фак! Он же здесь все-таки залез. Ну ладно. Что поделать? За одну команду, так за одну команду. Они нас сейчас по-быстрому захватят и так далее. Ну хотя, может просто следующий бой включить. Ну, в смысле, на паузу поставить, да играть в следующий бой включить. Ай. Хотя побегу. Да, наверное, я следующий бой. Вот, включу вас. Матч закончился, в общем, получил звание того, что я крутил коробки, и дали FN P90. Вот, решил коробочку крутануть. Отлично, я коробочку-то крутанул, открыть ее не смогу. Обожаю эту игру. Интересно, когда я закончу матч, я смогу эту коробочку открыть? В общем, короче, слить-то мы, понятное дело, слили, там был реально последний бой, то есть мы, нам нужно было уже захватывать точки, а не дефить. Вот, и, понятное дело, мы всрали. Убил я 11, сдох 10, и то вздыхал под конец. FN классная пушка, просто вообще зачетная, убивает хорошо. В том плане, что темп стрельбы хороший, дамаг хороший, кучность замечательная, и в целом все очень даже неплохо. Музычка, кстати, музычка не будет. Без нее лучше побегаем без нее. Думаю, будет так получше. В общем, ухо классное, мне понравилось, неплохо, неплохо. Давай уже воскрешайся, назовем это так. Ой.
Карта черная мамба. Не очень она мне нравится, если честно, в том плане, что здесь, если в команде, не знаю, так сказать, будет от команды, короче, зависит. Команда, если будет дерьмово, то все будет дерьмово. Да. Вот. Ну а я, кстати, в том матче 4-е место занял, хоть и зашел под самый конец. О, за Блэквудов. Отлично. Погнали. Мне нравится этот костюм. Так. Граната! Первая кровь. О, да ладно! Меня заметили. Отлично. Ну как, ничего отличного, конечно, но... Ну да ладно. Осторожно, граната! Йоу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блин! Ну какого фига вы тупые свиноты афкашите? Тащить надо, тащить! Я испугался. Вот, как видите, она очень здоровская. И дамажная. Сверху, да ладно, уже сверху сидел. Отлично. С бизоном. Интересно, туда граната залетит? Ей! По головешечке. По головешечке. Нефиг там сидеть. Блин! Ну я ж тебя видел, я в тебя даже вроде бы пытался стрельнуть. Но не получилось. Не получилось. Лови, фашист, гранату. Эй! Так. Отлично. Психопат с гранатой. Да пошел ты. Да ладно, не получилось. Ну хорошо. Вот это мне точка больше всего он прикалывает. Она прям так конкретно такая прикольная. И здесь за инженера суперски играть. Здесь реально за инженера прикольно играть. В том плане, что вот на этом месте можно... Да столько фрагов делать, что просто жуть. Кидай гранату! Отлично. Осторожно. Я нашего взорвал. Мы захватываем командный пункт. Интересно, залезть можно, нет? Бэнкс! Блин, ладно. Говорится, не повезло, так не повезло. Что ты поделаешь? Граната. Мы захватываем командный пункт. Да что ж такое, не пьет, так по башке просто. Просто сразу по башке, так по башке. Их, прокачу. Кстати, фаршит гранату. Так, стоять. Что-то я тут ни разу ты не бегал. Тут можно пройти. Да, да, фу на тебя, козел. Просто под сраный рандом попал. Наверное. Я очень на это надеюсь, что под сраный рандом. Ну, это было, конечно, смешно. Просто зашел так чпоник. Ой, патроны закончились. Да.
Не везет. Он опять меня тот же самый завалил. Граната пошла! Мы захватываем командный пункт. Пошел ты! На этот раз я тебя завалил. К снайперу в упор подошел. А я вот не умею так попадать в упор. Я днище в этом плане. Я даже в упор попасть не могу, бляха-муха. Ёб твою ж налево! Да ладно, там со спины был, блин, я не думал. Я не ожидал это. Ой, я на первом месте, нифига себе. Я на дне дна со дна, но я на первом месте. Да уж. Могу я хотя бы иногда. Ну, оружие хорошее. Это, конечно, кто-то себе сразу дает знать. Мы захватываем командный пункт. Граната! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да твою мать. Ну, хотя бы точку захватили. Отлично. Пошла жара. А куда бежать? Куда бежать? Ребята, куда бежать? Давайте я, короче, сюда лучше засяду. Тут типа прикольно. Вспомнил, куда бежать? Куда бежать? И последним патроном завалил. А что-нибудь тут делать можно? Козел. Ты меня убивал. Да пошел ты. Я тебя даже не видел там. Ой, блин, это круто. Я успел, я успел. Я успел. Черт побери, это все, что я могу сделать. Я успел, епта. Блин, ну тут конкретно в этих ботинках. Единственное, что меня бесит в этих ботинках, это то, что ты качешься так долго, что просто кошмар. Я раз 50 успею убить. Вот, и подкат в них не очень. Зато бегать в них просто кайф. Бегать, прыгать, просто красота. Обожаю эти ботинки в этом плане. Твою мать. С этими гранатами долбанными. Ё-моё, что я делал? Я вообще не туда стрелял. Я же как лошпара поступил. Ладно. Да пропусти меня. А чё, здесь нельзя пройти? Ну я ж откуда знал? Ёб твою ж мать. Да ладно, и здесь пройти нельзя. Да блин, не довел немножко влево. Не могу я. Не могу я. Ничего сделать. Ладно. Это просто как мясо встану. И буду на точке стоять. Мы захватываем командный пункт. Да пошел ты! В натуре! Ну, меня так и так убили бы. Просто гранаты такие. Кто-нибудь пойдет со мной? О, погнали. Это хорошо. Просто у меня есть единомышленники. Вопрос! Да ладно! Настолько все легко и просто было. Окей. Твою пункт. Да пошли вы все в задницу. Нифига себе, через окно запрыгнул мне тут.
кузнечики долбаные. Блин! Ну я же его увидел, ну когда он меня уже почти убил, я его увидел. Не, ну видали? Я сдвинул этот с мертвой точки. Это все говно. Под названием смерть. Бесконечная смерть. Эй! Свои. Блин, ну это ж логично, он меня услышал и все, и поскакал сразу же. Бесконечная смерть снова встретила меня. Ох, я успел убить. Блин, чем мне нравится эта пушка, реально, ты даже ты успеваешь убить, даже если ты сам вздыхаешь, то ты все равно успеваешь убить. Это кайф. Это реально кайф. Реально кайф, когда ты... Блин, патроны закончились, но я слишком много пустоту выпустил, понятное дело, они закончились. Но убил двоих, это, конечно, здорово, но это не то, что я хочу. Я хочу выиграть. А это означает, мне нужно тащить. What is this? Окей. Ну, фашист, лови. О, я гранату убил. А я думал, как я там убить-то смог? Вроде в пустоту стрелял, там и никого не было. Убийство в атаке, ёпта! Бабах! Сволочь! Сволочь! Но мы почти захватили. Да! Есть! Ха-ха! Я еще и на втором месте. Блин, классная штука. Вот это оружие просто супер. Мне оно нравится. Раунд начался. Черт побери. Любой ценой защитите командные пункты. Факин. Говно. Хороший дамаг. Хороший маленький разброс. Просто супер не пушка. Я уважаю ее. Реально. Мне плевать, что вы там скажете. Пушка супер. Патроны заканчиваются. Нажился, блин. Блин, почти? Почти, реально почти. Граната. А, просто стрельнул на выстрел. Реально, в огонек вот этот стреляющий я выстрелил. Так, я его... Твою мать, под ствол. А, я еще не привык под стволом, если честно. Это еще далеко от понятия моего. Под ствол, все дела, короче. Граната! Кидаю гранату! Вот, но в целом все неплохо. Ой, я сам ослеп. Осторожно, граната! Блин, почти! Почти я его достал. Прикиньте, как я...
Чё я творю? Чё я творю? Просто жуть. Я сам офигеваю от того, что я творю. Погнали. Чувак, погнали. Враг захватывает наш командный пункт. Да пошел ты, жопа всем нафиг, урода. Чё, здесь можно пройти? Ух ты, реально здесь можно пройти было. А я не знал. Спасибо за подсказку. Чё, прыжки! Блин, я хотел на канал переключиться. Нифига себе. Убийство в защите, убийство в прыжке. Ух. Пункт. Куда я кинул? Ага, ясно. Он так аккуратно наверх лег. Даже как-то смешно стало. Ай, это снайпер был, а я думал медик, я думаю, что он так встал аккуратно, стоит, смотрит на меня. Блин, ну ладно. Отходим, куда отходим? Хорошо, а это куда? А, вон туда. А, ворота открылись. Блин, ясно. Ну ладно. Надо срочно на точку вставать уже. Погнали. Хорошая точка. Мне нравится. О! Враг захватывает наш командный пункт. А вот то, что они так жестко захватывают, мне не нравится. Оу! Нифига себе! Блин, я не знал, куда я вообще стрелял. Но вот тут, короче, начинается полная жопа. И тут надо конкретно прям... Прям надо тащить. Обороняйте последний командный пункт. Отступать больше некуда. Блин! А, сраная граната! Я вообще хотел отступить, чтобы это... Типа себе патроны пополнить. Но что-то пошло не так. Ёп, плывешь налево. Ну и как так? Рандомная пуля попала мне в глаз. Чуть не убила овца. Ёпрс, это нифига вас там... Вы чё, офигели, что ли? Граната! Граната! Мне бы сейчас броня не помешала бы. Скотина. Брон не дал. Да какого фига я тут подняться не могу? Какого фига меня конаёбит тут? Я ж не знал, что здесь подняться-то нельзя.
Ах ты, блин, сверху уже сидел. Ну ладно. Враг, что ж поделать? Наш командный пункт. Да хорош уже тут гранатами раскидываться. Твою мать. Гренадер, ёпта! Точно, я забыл, здесь можно же активировать вроде бы. Или нет? А может это типа временный эффект, когда ракета запускается? Ей! Ух ты, нифига себе, я его 10 раз убил, оказывается. Ну просто сам факт, то, что 10 раз кого-то завалил, что-то для меня... ново. Мать, что я творю? Куда я залез? Есть! Это что такое было? Нифига себе. А, под стол. Ясно. Но, по-моему, мы выиграли тупо по времени. Мы смогли продержаться по времени. Это здорово. Враг захватывает наш командный пункт. Да пошли вы все! О, я этого больше убил, чем он меня? Что-то мне казалось, что наоборот. Ну ладно. Есть! А, ну вот, опять он под удар вылез. Значит, мы бесим друг друга одинаково. Блин! Он так присел не вовремя. Блин, захватывают. Не хочу, чтобы они захватили вообще. О! А я думал, я помер. Не, реально я думал, что я помер. Твою мать, это что творится-то, а? Такое! Это что за ад и месиво? А я всю игру на втором месте просидел. Нифига себе, ну сейчас я на третье место скачусь. Да ладно, быстрее! Вы прикалываетесь? Нифига себе. Блин, ну ладно. Напишите в комментариях, за сколько мы захватили, за сколько они... О, это ж реально заснято, так что... Мне очень интересно. Нифига себе. Не, ну, прикольно. 15 тысяч, я офигею. Ну, просто 15 тысяч опыта. У меня 2 тысячи опыта. Не, ну, конечно, тут не спорю. Он затащил... И так далее, это все хорошо, но 15 тысяч опыта, это, твою мать, это просто кошмар. У него, наверное, еще ускоритель опыта, наверное, там стоит седло. Потому что по-другому без вариантов. А, ну хотя победа, да. Не исключено, что... Если бы уж я получил за поражение 2000, за победу бы я получил бы так, плюс 8, да, и у него еще ускорение опыта. Ну, что поделаешь, что поделаешь. Такие вот дела, народ. И, как говорится, вроде бы и тащили, вроде бы и даже я что-то делал. Пушка здоровская, все просто замечательно, но не смогли. Кстати, сколько она стоит? Не навсегда. А, понятно, вот почему она такая здоровская, понятно. Ладно, все, на этом все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно же, делиться моими видео с своими друзьями. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Всем пока.